Друзья, всем привет! Вы на канале ViperHack, и сегодня у нас щит для цивилизации 6. Первым делом его нужно скопировать из архива на рабочий стол или в любую папку, где вам будет удобно. Далее просто запускаем его перед игрой. Как видите, функций у нас достаточно много, звук мы здесь выключаем и запускаем саму игру. На этом запуск чита закончен, установки никакой здесь нет. Давайте же мы теперь, собственно, протестируем данный чит. Собственно, данный чит я протестировал, и хочу сказать, что не нужно сразу все активировать, поскольку вы просто не сможете играть в данную игру, вернее, просто не сможете делать следующий шаг, пропускать ход. Поэтому нужно все постепенно включать, то есть бесконечное золото, можно добавлять по 10 тысяч золота, и добавляется все, в том числе и прокачка науки, со следующим шагом, то есть не сразу, как вы нажали, а после того, как вы пропустили шаг. Чит очень легкий в использовании, поскольку он имеет горячие клавиши. Все эти клавиши указаны в самом чите, ну а переводы их я разместил на сайте по ссылочке в описании. Вы после того, как его активировали, просто в игре нажимаете любую клавишу, функция, которая вам нужна, и она сразу же активируется. Но вернее, она активируется после следующего хода, когда вы пропускаете ход, вам будет начисляться золото и прочее. Ну что ж, дорогие друзья, если вы не хотите пропускать выходы новых читов, обязательно подписывайтесь на канал. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем до скорой встречи!